31 снежня на 1 студзеня у Магілёўскай области народилось 14 немаўлят. Цікава, что хлопчиков и девчонок народилось поровну. Как рассказали нам врачи Магілёўскага и Бабруйскага родильных домов, гэтая новогодняя ночь выдалася относно спокойной. Малые народжались до початку бою годинника, ці апасля. А пошні новонароджены минулого года стала девчонка у родильном доме Магілёўскай больницы номер 1. Яна з'явилася на свет у 20 годин 20 хвилин. Дарэчы, и первый новонароджены 2017 года стала так сама девчонка. Яна народилася у Бабруйскім роддоме у 1 годину 5 хвилин ночи.